Народ, всем привет! Для начала хочу поздравить всех с наступающим. Я решил сделать такой новогодний подарок владельцам Lenovo K5 Plus и показать вам видеоинструкцию по установке Android 9 на K5 Plus. Потому что это реальное чудо. По-другому это не назвать. Эта модель зависла еще на Android 5.1 и больше компания эту модель не обновляет. А эта модель очень популярна и у многих она на руках на данный момент. Если вы хотите побольше роликов на другие бренды, кроме Samsung и Xiaomi, которые часто у меня выходят на канале, то дайте мне об этом знать, пишите комментарии. А теперь не забудьте проверить, подписаны ли вы на канал и нажать ли у вас колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Давайте посмотрим, как выглядел Lenovo K5 Plus на Android 5.1 и каким он будет после установки Android 9. Всем приятного просмотра, поехали! Несколько лет назад действительно компания Lenovo лидировала по продажам мобильных устройств. У каждого второго на руках были телефоны компании Lenovo. Я помню, как у меня были эти модели P780, также Lenovo Pub 2, там однерка, да. Короче, куча действительно интересных смартфонов было у этой компании. Но почему было? Они и по сей день есть. И у компании Lenovo дела шли хорошо. Она увидела, что компания Motorola тонет и думает, дай-ка куплю и подниму на ноги. Но в итоге, купив компанию Motorola, Lenovo сама скатилась и еще больше угробила компанию Motorola. Теперь эта компания, мое мнение, что уже вымирает, и она просто не может составить конкуренцию таким брендам, как Samsung, iPhone, Xiaomi и некоторые другие. Но нас это все не должно волновать, потому что это не наши проблемы. Нас интересует то, что у многих людей на руках смартфоны компании Lenovo, которые, конечно же, компания сама не в силах обновлять. Для того, чтобы обновлять прошивки на своих смартфонах, нужна огромная команда, много рабочих. И, конечно, компания Lenovo уже с этим не справляется. Так что всю эту работу по обновлению прошивок придется делать мне. У многих, как я уже ранее сказал, на руках есть смартфоны Lenovo,
который они действительно любят, и их полностью эти гаджеты устраивают, кроме как самой прошивки, потому что прошивки там уже старенькие. Если вы хотите, чтобы я скупил весь модельный ряд смартфонов Lenovo и обновлял на них прошивки, делал видеоинструкцию для вас, то жду от вас реакции в комментариях. Дайте мне об этом знать. Прошивка Android 9, которую мы сегодня будем устанавливать, это одна из самых стабильных прошивок, которые существуют на эту модель. Кстати, точно таким же способом вы можете установить себе Android 8, 7, 6 и так далее. Ну а теперь приступаем к установке Android 9 на наш Lenovo K5+. Поехали! Я уже установил родную прошивку Android 5.1 и сейчас с нуля вам покажу, как это все делать. Итак, что нужно сделать для того, чтобы установить любую кастомную прошивку, в том числе Android 9, 8, 7, 6 и так далее, на наш Lenovo K5+. Первое, что нужно сделать, это спуститься в описание под видео и почитать все, что я там написал, потому что там будет очень важная информация, которую нужно сделать, прежде чем начинать прошивать. Это действие на видео я не показал. После этого учтите, что все данные с вашего телефона сотрутся, поэтому заранее все скопируйте на компьютер и удалите все аккаунты, которые привязаны к телефону, чтобы потом у вас не возникало никаких проблем. Выключаем наш телефон и вводим в режим Fastboot. Как мы это делаем? После того, как телефон полностью выключился, зажимаем кнопку включения и уменьшит громкость одновременно и держим до тех пор, пока не появится заставка Lenovo и внизу не будет написано Fastboot на китайском языке. Итак, теперь подключаем наш телефон к компьютеру и переходим к самому компьютеру. Итак, ребят, что мы делаем на компьютере? Я вот создал папочку, назвал K5+, чтобы не путаться. Значит, на компьютер вам нужно скачать Recovery. Ссылка будет, конечно, в описании на все, что я показываю. Саму прошивку PixieSOS и OpenGAPS. На это все тоже будет ссылка в описании. Итак, скачали. Также вам нужно будет скачать архив Tools. Распакуйте архив Tools, и у вас получится вот такая вот папочка. Tools называется. Здесь куча всяких файлов, вы на это не обращайте внимания. Просто копируем. Идем в диск C и сюда вот чик, и мы вставляем. Вот у меня, видите, здесь уже эта папочка. Захожу сюда. Вот эти все файлы. Но дополнительно здесь есть ТВРП. А где-то ТВРП? В нашей папочке. Вот это ТВРП, который вы скачали с описания под видео. Мы его копируем. Идем в наш диск C, в папочку Tools, и чик, сюда мы вот вставляем. Вот наш Recovery. Итак, теперь нужно будет здесь ввести CMD. Нажимаем Enter. Появляется командная строка, и сюда нужно ввести команду, которая будет написана в описании под видео. Итак, сейчас я зайду в это описание. Так, вот первая команда, это Fastboot, Flash, TVRP и MagM. Вторая команда, кстати, вам не понадобится. Я ее с описания сотру. Итак, правой кнопкой мыши мы вставляем и нажимаем кнопку Enter. Все, мы видим, что прошилось и все прошло удачно. Телефон у нас как висел с логотипом Lenovo, так и висит. Нам нужно будет его перевести в Recovery вручную. Все, отключаемся от компьютера и переходим к телефону. Итак, отсоединяем телефон от компьютера. Как мы видим, он висит в таком же состоянии. Значит, смотрите, что нам нужно сделать. Нам нужно зажать три кнопки. Это кнопка включения, уменьшить громкость и увеличить громкость. Держим до тех пор, пока телефон не перезагрузится. После этого отпускаем, и у нас должно загрузиться Recovery. Как видите, у меня просто подсветка экрана загорелась и больше ничего не происходит. В таком случае мы еще раз нажимаем три кнопки и ждем, пока телефон не перезагрузится и не появится логотип Lenovo, после этого отпускаю. Все, как видим, загружается наша кастомная Recovery. Делаем свайп, идем в раздел Wipe, форма Data, и здесь вводим английским слово Yes. После этого подтверждаем. Все, теперь идем назад и заходим в Advanced Wipe.
Здесь расставляем галочки точно такие же, как у меня. И делаем свайп. Теперь возвращаемся в главное меню. Снова подключаем телефон к компьютеру и переходим к самому компьютеру. Идем в мой компьютер. Видим, что определилась память нашего телефона. Заходим. Затем открываем папку с нашей прошивкой. И копируем туда сперва GAPS. А потом саму прошивку. Кстати, те, кто не знает, что такое GAPS, это Play Market. То есть без установки GAPS у вас на телефоне не будет Play Market. Все, мы все скопировали, теперь нам компьютер не нужен и возвращаемся к самому телефону. Отсоединяем телефон от компьютера, идем в папочку Install, находим нашу прошивку, будьте внимательны, сперва устанавливаем прошивку и делаем свайп. Ждем, пока установится, займет где-то минут 3. Так, прошивка установилась, идем назад и устанавливаем наш GAPS. Делаем свайп, ждем тоже, пока установится. Итак, GAPS наш тоже установился, нажимаем Reboot System и Do Not Install. Все, теперь мы ждем где-то минут 5, пока запустится наша прошивка. И у нас уже будет Android 9. Итак, прошивка наша запустилась. Давайте я пройду быстренько первоначальные настройки. Все, прошивка полностью готова к работе. Ребят, пользуйтесь, на здоровье. С вас лайк и любой комментарий. Не забудьте подписаться на канал. Ну а сейчас я вам расскажу, ну мало ли кому из вас придет в голову вернуться на родную прошивку, то я вам сейчас как раз таки покажу, как это можно сделать. Для этого спускаемся в описание под видео и скачиваем все, что нам нужно. Я об этом напишу в описании. Итак, представим, что вы все скачали. Теперь выключаем наш телефон, который на Android 9. После того, как телефон полностью выключился, мы зажимаем кнопку «Увеличить громкость» и «Уменьшить громкость». То есть именно две эти кнопки зажимаем одновременно на выключенном телефоне и в это время подключаем его к компьютеру. Затем переходим к самому компьютеру. Итак, смотрите, телефон мы подключили. Значит, идем в нашу папочку. Ну, в описании под видео будет ссылка на это все. Скачиваем архив с прошивкой, распаковываем, и у вас получается вот такая вот папочка. Заходим сюда. Здесь в разделе Tools. Устанавливаем это и вот здесь вот этот файл. Все три файла устанавливаем. После этого желательно перезагрузить компьютер. Итак, установили. Желательно все ставим на диск C. Затем мы копируем всю эту папку и идем в диск C. Вот у меня, видите, здесь этот файл. Затем, после того, как мы установили, идем сюда. И здесь появится наша программа. QFuel называется. QFuel. Итак, нажимаем на нее
и запускается вот такое вот окошечко. Здесь написано Qualcomm, ля-ля-ля, если у вас так же, значит все правильно. Если вдруг у вас по-другому как-то, то пробуйте устанавливать еще драйвера. Итак, нажимаем сюда. И смотрите, нажимаем здесь Browse. Видите, автоматически открывается. Вы выбираете диск C, куда вы скопировали. Вот видите, диск C, вот наша прошивка. Захожу SV, Image. И вот здесь вот файл. Нажимаю открыть. После этого здесь Load XML. Нажимаю сюда и уже здесь автоматически он выбирает файл. Я просто нажимаю открыть и еще раз открыть. После этого мы нажимаем кнопку Download. И смотрите, идет процесс прошивки. Вот видите, всякие тут циферки бегут, непонятно что. Короче, ждем минут, ну максимум 10. Ждем минут 10, тут в конце будет написано, что зеленым цветом, типа, все прошло успешно, все хорошо. После этого мы отсоединяем телефон от компьютера. И, собственно, наш телефон включится уже на родной прошивке. Android 5.1. Не знаю, я, конечно, вам не советую возвращаться, но мало ли. И, кстати, этот способ, вот этот вот прошивки... Он подойдет даже если у вас кирпич, там еще что-то. То есть в любом случае вот этим способом ваш телефон должен прошиться. Так что всем удачи. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Я думаю, нет смысла здесь показывать, как все будет. Поэтому я выключаю видео. Пока-пока. До скорых встреч.